29-летняя Марго Робби, Моргоу Робби, и ее 30-летний муж Том Экерли, Том Экерли, отправились на рискованную прогулку. Супруги отказались от использования средств медицинской защиты. Звезда фильма «Отряд самоубийц» и продюсер устали сидеть дома во время карантина и позволили себе нарушить режим. Актриса и кинематографист прошлись по солнечным улицам Лос-Анджелеса неподалеку от собственного дома. Их заметили папарацци. Марго была одета в спортивном стиле. Красотка выбрала белую футболку, которую завязала узлом на животе, выделив талию, а также коралловые шорты и светлые кроссовки. Волосы Робби были заплетены в две косички, а естественную красоту лица подчеркивал легкий макияж. Супруг актрисы надел черную удлиненную футболку и светлые шорты. Голову Тома прикрывала джинсовая кепка. При этом Экерли отказался от обуви, продюсер прошелся по асфальтированным дорожкам босиком. Звездная пара всем видом подчеркивала, что не боится заражения коронавирусом. Ни защитных масок, ни перчаток на супругах не было. Марго и Том поженились в декабре 2016 года после длительного романа. Отношения влюбленных начались летом 2014 года. Долгое время Робби и Керли скрывали роман, прикидываясь просто соседями по квартире. Недавно актриса опередила Меган Маркл в рейтинге самых красивых женщин. Марго предложила принцу Гарри и его жене поужинать в ресторане. Звезда захотела поддержать супругов, решившихся на сложный переезд. Пластические хирурги называют Робби новой Джоли. Клиентки все чаще просят сделать их похожими на белокурую красавицу.